Всем привет, с вами Вульф, и сегодня я продолжаю проходить игру Assassin's Creed Revelations. В прошлой серии, как вы помните, мы повстречались со старым знакомым Дучо, который крутил роман с нашей сестрой, а также мы, наконец, забрали второй ключ от библиотеки Масиафа. И, ребят, самое лучшее быть поддержкой для меня, это, конечно же, ваши лайки и подписки на канал. Так, ну что, побежали на задание. В общем, закончил я Нека. Скорее всего, эту серию по Assassin's Creed Revelations я выложу позже, чем серию по Неку. Вот. И, если честно, как уже сказал в конце, игра мне не понравилась. Я уже сказал в конце прохождения, почему она мне не понравилась. И не буду сейчас говорить снова, почему же. Вот. И вырезал, знаете, ребятки, вот на битве с боссом минут 40, наверное, минут 40, ну не минут 40, минут 20-30 где-то вырезал вот эти вот фейлы, когда я умирал при битве с боссом. Я оставил только тот момент, где я его уже убил, этого босса, наконец. На самом деле был очень трудный босс. И это, ребятки, детская игра. Да, ребятки, это детская игра. К большому удивлению, где такие трудные боссы, что я не могу убить там с первого раза. Ну, уж какой с первого раза? Раз с 30-го, наверное, или с 20-го. Ну что, давайте зайдем внутрь. К Софии, что ли, нам надо вновь возвращаться? Нет, мы идем в наш орден ассасинов. А, мы сейчас будем еще одно воспоминание смотреть. Мы же ключи забрали, я что-то совсем позабыл об этом. Забыл немного об этом. Вот он, второй ключ. Че, тоже его здесь оставишь? А не боишься, что кто-то сопрет? Ну ладно. Ты держал в руках огонь, старик. Его нужно было уничтожить. Уничтожить единственное, что может положить конец крестовым походам? Никогда. Простите, наставник, но яблоко развратило вас. Вы бы с его помощью испортили нас всех. Чтобы жили мы, вы должны умереть. Ну, я это видел еще в первой части. Масиаф, 1191 год, Альтаир 26, путь наставника. Этот колдун мертв? Он не был колдуном. Обычный человек, это и мастер иллюзий. Ты подготовил костер? Да, но... Альтаир, многие из наших, они не смирятся с этим. Я сам разберусь. Путь наставника. Альтаир убил своего наставника Аль-Муалима за то, что тот предал ассасинов. Убедитесь, что Аль-Муалим действительно мертв, а ассасин понимает, за что он был убит. Полная синхронизация. Не потеряйте более 3 точек синхронизации. Ну окей, погнали. Отнесите тело Аль-Муалима на погребальный костер. Я отправил Малика в Иерусалим с вестью о смерти Аль-Муалима. Ты сможешь отправиться в Акру с тем же? Конечно. Что происходит? Опять эти бурдуки щебечут. А я бежать не могу, что ли? Блин, жалко. Мой разум был ясен, но тело... Я не мог двинуться. Причиной всего был наш наставник. Я этому не верю. Аль-Муалим. Что здесь произошло? Наставник обманул нас всех. Его совратили тамплиеры. Где доказательства? Иди со мной, Аббас, и я объясню. А если ты не убедишь меня? Я постараюсь тебя убедить. Помнишь артефакт, что мы нашли у Робера де Сабле в храме Соломона? Артефакт, за которым послали тебя, а принесли другие? Да. Это яблоко Эдема. Орудие тамплиеров. Оно создает иллюзии и управляет разумом. Опасное оружие.
По-твоему, Аль-Муалим попал под его власть? Да. Сегодня он использовал яблоко, чтобы подчинить Масиаф. Ты сам видел. Я не знаю, что я видел. Слушай, ты не можешь смириться пока с яблоко этим, в безопасном месте. Когда я закончу здесь, я все тебе покажу. Прикиньте, он сейчас такой встанет. Давай, поджигай его. Альтаир! Нет! Че, нет? Я должен знать, что он не вернется. Но мы так не делаем. Жечь тела людей запрещено. Отступник! Послушайте меня. Это тело может быть фантомом Аль-Муалима. Я должен быть уверен. Ложь! Ты всегда презирал наше кредо. Ты подстраивал наши законы под свои прихоти, плюя на всех остальных и унижая их. Связать его! Ты что, не слышал? Аль-Муалим околдован. Мудила, пойдем его убьем. Сражайтесь кулаками, вы можете разоружить ураган. Но нахрен мне это надо. А что, оружия нет нормального? Давай. Разоружено ассасинов один из семи. Два из семи. Не подходи ко мне! Что, убивать их не будем? Сейчас получишь порзыжишь меня беспокоить! Мы можем подружить! И ты можешь меня отпустить! Можем подружиться, сразу задабривать начал! Можем подружиться и бла-бла-бла! Готово! Что я говорил, Альтаир? Аббас, стой! Как еще, по-твоему, они восприняли бы смерть любимого наставника? Вот идиот, а. Ты меньше всех любил Аль-Муалима. Обвинял его во всех грехах, даже в самоубийстве отца. Мой отец был героем! Сейчас придется его убить. Сейчас не будем вспоминать былые обиды. Надо решать, что делать с этим оружием. Что бы ни делал этот артефакт, ты не достоин носить его! Ты тоже. Ох. Как же оно... Убивай его! Ну, яблоко само его убило. Ну и замечательно. Давай заберем его. Достаньте яблоко, чтобы спасти Аббас. Что это яблоко делает? Да так и хватайся! Хвататься ты можешь, чувак. Блин, тут, ну как схватиться-то? Вниз не упади только. Давай, 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 Альтаирушка, что ж ты? Я не понимаю просто как. Давай, давай, давай. Все, его убьют сейчас. Да забирайся ты, кретин! Все, 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 давай, давай, давай. Ну куда ж ты прыгаешь, идиот? Кусок идиота, Альтаир. И под текстурку провалился. Блин, как будто, знаете, в Revelations управление из первой части перекочевало неожиданно в этом воспоминании. У меня такое ощущение. Давай, 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 давай.
Побежали, побежали, побежали. Может, успеем еще его спасти, этого идиота. Блин, как же бесит. Хорош. Ай, прыгай, прыгай назад. Прыгай. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Надо рассчитывать, ребят. Давай, 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 мать твою. Все, собрались. Фу, это было близко. Они мертвы? Прости меня. Я не знал. Почему у Альтаира другое лицо? У меня вот в этом вопрос, ребята. Ты откроешь свои тайны? Вопрос этот возник. Или приведешь нас всех к гибели? Не потеряйте более 3 точек синхронизации. Я одну, по-моему, потерял. Ну хорошо, хоть 100% синхронизацию дали. Это уже радует. Че, возвращаемся к Эдсу? Альтаир, в 26 лет уже наставник расколотого ордена. Как он справлялся с такой ответственностью и неограниченной властью? Да фиг знает, все бывает. Что дальше? Синхронизация, последовательность 4 завершена. Сколько всего последовательности? Мне просто интересно. Я познакомился с атаманским принцем Сулейманом. Он очень умный юноша, что в таком возрасте редкость. По его предложению, я займусь расследованием деятельности янычаров, которые, вероятно, помогают тамплиерам. Если мне повезет, они выведут меня на главных заговорщиков. А тем временем... Венецианка София Сартер продолжает помогать мне в поисках ключей Масиафа. Она очень приятная дама. Интересная. И увлеченная своим делом. Но пока что я не решился рассказать ей о своих истинных намерениях. Тех, кто не участвует в этой борьбе по велению сердца, негоже впутывать в нашу войну. Последовательность 5, наследник империи. Так, идем на задание. Кто же этот наследник? Ты кто такой? Взгляни на этот прекрасный ковер. Блаженство для ног. И твоей жене понравится. Которой нету, да? У меня нет жены. Еще лучше, пройдись, не стесняйся. У тебя удачный день. Да я ничего не продал. Янычары отобрали у меня почти все товары за то, что они привозные. А ты знаешь их капитана, Тарика Барлетти? Да, он где-то здесь ходит. Надменный тип, но... Это не серьезно. Я не отдам это дешевле, чем за 200 акче. Больше не уступлю. При встрече... Я спрошу его про ковры. Ты хорошо торгуешься, я Банче. Сойдемся на 180, 180 и разойдемся. Так, янычары Эцио и Сулейман подозревают, что Тарик Барлетти, капитан янычаров, связан с тамплиерами. Устройте за ним слежку, чтобы узнать больше. Полная синхронизация, отвлеките двух стражников при помощи бомб. Ну ладно. Так, погнали. Давайте я сундук отберу и пойдем дальше. Так, привезяйте бомбу-приманку. Ваша текущая бомба, типа диверсионная бомба,
будут разобраны. А компоненты будут возвращены в ваш инвентарь. Ну давай разберем. Так, это бомба примах, да? Так, нам сюда. Вот он сюда куда-то шел, Тарик. Барлетти. Ага. Я молю Аллаха, чтобы Селим скоро вернулся в город в добром здравии. Так, идем за ним. Простите, не убив. Блин, надо было этих купить. Цыганок. Иди, иди. Я так и знал, что ты повернешься. Последнее время у меня было столько тихо. Я ее почти не видел. Она очень нервная. Так, идем с вами, ребят. Как хорошо, что вы тут проходите. Мне как раз вы и нужны. Так, осторожней. Просто идем за ними. Я даже сейчас ничего не нажимаю, он просто за ними идет, ребят. Так, иди, иди вперед. Твои красители, как я посмотрю, снова в цене. Сейчас повернется, да? Нет, не поворачивается. Ну, давай. Все, что ли? Из всех достижений Мехмета, этот базар, мне кажется, самое выдающееся. Если у тебя здесь нет никакого дела, проваливай. С дороги! Держитесь на расстоянии от цели. Так подожди. А как мне... Что мне делать? Ай. Твою мать, а что мне делать? Он прям около меня встал. И что я должен был делать? Тупая игра. Давай. Как это пропустить теперь? Как? Можно пропустить? Из всех достижений Мехмета, этот базар, мне кажется, самое выдающееся. Нельзя. Если у тебя здесь нет никакого дела, проваливай. С дороги! Обратно идут? Надо было здесь в прошлый раз остаться. Ну я-то откуда знал, что он обратно пойдет. Ну иди, иди вперед, чувак. Так, сюда встану. Нет, нет, спасибо. Сейчас дела идут куда лучше. Идем за ними. Ну чё, куда они идут-то? Все что ли, пришли? Давай послушаем это разговор. Важная встреча. У меня не должно быть никого на хвосте. Проследите за Тариком Барлетти. Бомбами их отвлечем, если что. Стой! Убить его! Райзи. Умри! Идем за ним. Пора выбираться. Вот идиот, как он это не замечает. Тут работал пекарь, который с утра до вечера торговал метами. Свои выходные я покупал у него сразу по два, а когда и по три. Эх, жаль, что всему хорошему рано или поздно приходит конец. Может, твои дела пойдут лучше? Так, а как он мне палит? Ну-ка, иди дальше. Мразь такая.
Так, есть что? У меня есть бомба, которым я могу отвлечь стражников. Твою мать, сзади. Пошел нахрен. Я тебе сказал, пошел нахрен. Ублюдок. На, нафиг. Урод. В прошлый раз ты меня чуть не убил. Но в этот раз я знал, что ты нападешь. Ну, другой чувак. Нападет. Блин. Что я сделал? Вот что я сделал, а? Ребят, я не знаю. Что это было? Иди, иди в другую сторону. Дополнительные задания выполнены. Отвлеките двух стражников с помощью бомб. Я этого идиота отвлек, по-моему. Случайно, потому что перепутал кнопку. И раньше же на Е закупаться можно было, а теперь на Shift я перепутал. Что он делает? Что-то сделал, чувак. Пойдем за ним. Что она поет? Тарика? Или мне просто показалось? Здравствуйте, славные защитники. Ну иди уже дальше, че ж такой глупый, а? И медлительный. Идите за ними, идите за бомбами. Это бомба? Так, мне пора домой. Блин, этот идиот сюда же идет. Я думаю, можно было с этими цыганками просто мимо пройти, они бы отвлекли их, наверное. Ну, какого хрена ты туда-то идешь? Я хочу поговорить с тобой. Ничего не делай. Нет, не бегай. Лучше беги. Как он бесит, этот Тарик Барлетти, если честно. Какого хера ты сюда пошел? Мудила сраный. Всевышний, храни янычар. Всевышний, храни янычар. Какой подлиза-то, чувак. Так, пускай он просто дальше пройдет, я убью их. Вот и все. Или ассасинов вызову. Самое лучшее, что тут можно сделать, по-моему. Иди дальше. Да-да-да, они за цыганками, по-моему, пошли. Да твою мать. Да ты задолбал, Тарик, Барлеть. Твоих стражников цыганочки там уже забрали. Приманили, ё-моё. Они путаны и цыганки, что ли? Одновременно, по-моему. Или мне так кажется? Ой, чувак, ты что тут делаешь? Чуть не запалил. Блин! Откуда ж я знал? Ай, откуда ж я знал, что он там будет смотреть сейчас? Пипец. Я думал, он дальше пойдет. Я от того стражника хотел спрятаться. И этот меня тоже запалил. Так, а теперь мы где? Ну иди, иди вперед, чувак. А, вот кто меня палит. Разве это не опасно? Иди нафиг, чувак, иди нафиг. Иди вперед, Тарик. Ну иди вперед, что ж ты такой медлительный? Я вернусь завтра. И если вы к тому времени не вышвырнете вон весь этот иноземный хлам, я лично конфискую его и утоплю в фосфоре. С дороги! Так, пускай он дальше проходит. Иди вперед. Иди вперед, идиот. Так, янычар мы убили. Надо еще айску, как их называют, воров купить. Ладно. Или кто это? Воры, воры, да-да-да. Они мне помогут, я думаю.
Ладно. Давай, приманивайте их. Бошки они поотрывают. А ну пошли вон. Тамплиеры сраные, я все знаю, что вы тамплиер наверняка. Блин, они вернулись на место. Фигово. Ну идите, идите, возвращайтесь, вы все равно меня не заметите. Вернулись же, да, они на место, ага. А, они меня не палят? Я думал, они палят меня. Нет, нифига не палят. Твою мать! А как он так быстро запалил? Прям вот вообще секундное дело, по-моему. Для него, нет? Нудная какая-то слежка, ребят. Просто самое наинуднейшее, если так можно выразиться. Он просто очень медленно идет. Уже давно бы она закончилась, если бы он бежал. Но нет, он так медленно идет. Я не думаю, что эти инчары меня сейчас будут палить. Ну нет, они не палят, потому что я не в красной зоне. А вот когда я перейду в красную зону, тогда они меня будут палить и будут убивать уже. Опять! Секундное дело для него. Спалить. По-моему. Че ж вы стали так быстро-то палить? Иди ты уже дальше, чувак. Че ж ты остановился? Наконец-то. Что нового? Мануил согласился на встречу, Тарик. Он ждет у ворот Арсенала. Не хочет упускать выгоду, а? Идем. Ай, так, ну что они? Пойдут с кем-то встречаться эти чувачки? Давайте я на этом пока серию закончу, ребят. В следующей серии отправимся уже дальше на задание. Всем удачи и всем пока.